Студенти Одеської юракадемії провели дискусії з однолітками з усієї України та зустрілися за круглим столом із представниками НАБУ. Одна з головних тем – як побороти корупцію. Молоді люди запропонували свої варіанти, як вирішити цю проблему. Також обговорили й інші важливі питання. Сегодня мы проводим конференцию в Национальном университете Одесской юридической академии. И конференция, это конференция, в которой принимают участие молодые ученые, студенты, аспиранты, гости из разных городов Украины, потому что это всеукраинская конференция. И сегодня мы будем говорить о разных направлениях, потому что система конференции разделена на, скажем так, подгруппы, где каждой сфере, каждому вопросу уделяется очень пристальное внимание. Выбирая тему, на которой я буду участвовать на этой конференции, я выбрал для меня самую интересную тему – это борьба с коррупцией в Украине, так как эта тема является сейчас топовой в нашей стране, и к ней нужно уделить как можно больше внимания. Поэтому я выбрал тему круглого стола, где мы будем разбирать проблемы коррупции в Украине. Моя тема является борьба с коррупцией в Сингапуре, на примере Украины. Мне очень нравится, как там побороли коррупцию. Сейчас это одна из самых антикоррупционных стран в мире. Насамперед, мы дуже вдячні та раді, то що ми маємо змогу бути присутні та участвувати в цьому заході та поспілкуватися зі студентами Одеської академії. Спостерігаючи на круглому столі, ми впевнені, що наші учасники проявлять глибокі інтереси щодо реформування законодавства у сфері протидії корупції.